Привет, драконы! И я вам хочу показать очень-очень крутой сайт. Это социальная сеть мотоциклов и их владельцев. Также я создал здесь свою страничку. Пока что 0 подписчиков, но я думаю, вы исправите эту ситуацию. Подписывайтесь на меня, я, возможно, буду подписываться на вас. Ссылки будут в описании. А сейчас поехали! Я хочу вам рассказать две истории, которые совершенно между собой не связаны, но являются довольно поучительными. Зачем вообще людям мотоциклы, да? О-о-о! Особенно когда такие дороги адские. Ужас! Ужас! Первая, в общем, была семья одна. Парень захотел мотоцикл, ему было 16 лет. Ну и родители ему во всем всегда потакали. Все, что не попросил, все покупали. Ну вот и купили мотоцикл парню в 16 лет, он был в 10 классе. R6 Yamaha. И как вы думаете, какой финал? Через месяц он, к сожалению, разбился насмерть. Как случилась авария? Случилась авария довольно типичная. Он вваливал там до 200 в городе. И перед ним девушка решила развернуться через две сплошные. А он ее пытался обогнать точно. Ну, авария типично моей. Только парню не повезло, а мне повезло. Вот, парень разбился. И спрашивается, зачем родители покупали мотоцикл этому парню. Тем более, еще любопытный факт, то, что мотоцикл купленный был в кредит. Да, именно родители купили в кредит мотоцикл. И до сих пор не выплачивают долг. Представляете? То есть зачем покупали мотоцикл? Зачем ему нужен был мотоцикл? Это совершенно непонятно. А чего вы на нас кричали? Чего вы кричали на нас? Мальчики, на кого кричат, так на охрану, что там бросили это самое, рекламу, знаете, оторвали. Ясно, да, до свидания, погнали, да погнали. А зачем вы нам это кричали? Да не вам кричали. Чё, бля, дебил. Красавчик, давай опять. История. Мне мой знакомый постоянно рассказывал, доказывал то, что мотоциклы это очень плохо, мотоциклы это бессмысленно. Это было после того, как я купил свой первый мотоцикл. И постоянно мне доказывал, я ему говорил, да отстань ты от меня, ну плохо и плохо. Но при этом я видел то, что его реально тянет к мотоциклам. И вот реально тянет. Вот. Сам себя накручивает то, что мотоциклы это плохо, но при этом ему нравятся мотоциклы. Я не знаю, ну как-то так. И вот однажды мы решили серьезно поговорить как бы на эту тему. Ему уже за 30 лет, и он как бы спрашивает, вот я куплю себе спортбайк, да, какой смысл с него? То есть я угроблю кучу денег, реально кучу денег,
потому что спортбайки все очень дорогие. Потом кучу денег убью на экипировку, потому что на спортбайке без экипировки ездят только дебилы. Потом куча денег на содержание. При этом ездить только летом, ездить только в теплую погоду. На работу особо не поедешь, потому что, ну, летом если ездить на работу, то это полный ад. Оденешь экипировку, пока доедешь, будешь весь мокрый, то есть надо будет переодеваться, принимать душ. Это я к тому веду, что экономия времени в пробках. При этом приезжаешь там, ну, на 10 минут раньше, это, ну, не так уж и много. В общем, так и так, мотоциклы бессмысленны, плюс очень опасны. Мол, доказывает, ну, сколько разбиваются, какие, то есть ужасные риски и ради чего всего. Я реально, то есть я промолчал, я не знал, что ответить, как бы, потому что он все говорил правду, все реально так, как есть. Получается, реально нет смысла в этом всем. И на следующий день я как бы додумался до мысли, что надо просто сесть и проехаться на мотоцикле. Ну, в общем, я ему сказал, так и так, надо просто сесть, проехаться. Он как бы задумался, он загорелся желанием проехаться, потому что он до этого говорил, ну, я ездил на Яве, ну, что-то, ну, как бы, никакого кайфа, ничего нету, ну, то есть, вообще такое, ну, ни о чем. Я ему сказал, ну, давай, типа, я тебе дам свою Хонду, проедешься. Тогда еще дурачком был и давал Хонду. В итоге, через месяц он у кого-то попросил Хонду CB400. Не попросил, а где-то взял проехаться. И ему это просто дико понравилось. Он мне позвонил, эмоционально рассказал. В общем, загорелся он мотоциклом. И в итоге через месяц он уже купил себе мотоцикл. И начал кататься. Вот к чему я веду. Реально нельзя ответить на вопрос, зачем людям мотоцикл. Ну, как бы правильно. Нет никаких аргументов, ничего. То есть надо просто сесть, проехаться. И понять, это твое или не твое, потому что одним нравится, другим не нравится. Это точно так же, как и с любым другим хобби. Я не перестану утверждать, что мотоциклы это хобби. Это не транспорт на каждый день, это самое настоящее хобби. Это игрушка очень дорогая для взрослых людей. Единственное, ну, плохо, когда такие игрушки дарят малолетним пацанам, у которых нет мозгов. Которым вот подарили мажорам, допустим, да, и это очень часто заканчивается очень плачевно. Вот такие вот дела. По таким дорогам ездить, это просто от мать его! Вы меня не слышите, задувает! Я сам себя не слышу, мать его! Я ругай дикий! И сейчас будет адовая дорога, мать его! Жопа! Не, для таких дорог спортбайк в самый раз. Это тот мотоцикл, который надо. Лаванда! Прекрасная лаванда! Прекрасная! Куда ты тормозишь? О, нормалек! О, вообще порядок. Хорошая трасса, бля, у меня аж ноги с подножек сваливаются. Фу, я аж устал уже, все болит нахрен. Собатя бич. Не, серьезно, у меня, блин, такое, мать его, чувство, что этот фаерблайд скоро развалится по кусочкам. Вот это ветер! Мне всё голову оторвёт! Упрошка! Упрошка! Она хоть на месте, а? Вот это ветер адовый, я вам отвечаю! Просто адский!